Сейчас я готовлю пилу для будущей заточки. Пила – это победит твоя. Как видишь, на ней, прежде чем ее затачивать, ее нужно вычистить от смолы и ржи и прочих ненужных вещей. Буду чистить щеткой, вот так, двумя видами щетки, жесткой и такой, ну щетки железные, как видите. Сейчас на подручник такому своего токарного станка я устанавливаю и дубовый клин. Как видите, уже на станке стоит у меня диск, а клин, ну а клин сейчас поймете, зачем он мне здесь нужен. Сейчас вы увидите, зачем я ставил этот деревянный клин на подручник. Дело в том, что зубья затачиваются при определенном углу. И этот угол нам дает вот этот клин, который у меня лежит на подручнике. Сейчас я начну точить. Чтобы не сбиться, я на пиле маркером рисую большую черту. Это у меня будет начало.
заточки. И вот видите, я показал маленькими черточками, чтобы, ну, чтобы вам было виднее, как нужно точить правильно пилу. Ее точится через зуб. Один зуб точится, второй пропускается, точится и так, ну, как видите, вы сейчас это все увидите на экране. Сейчас я непосредственно приступаю к заточке пилы. Сейчас я свой клин буду устанавливать на другую сторону, чтобы наточить остальные зубья.